Селам алейкум, сағылы телесиерджилеріміз. Сабалар хайырлы олсын. Бүгін февраль 21. Сіз үшін бұл жанлы студияда мен Ситумер Ситумеров чалышыжам. Бера-берлікте бұл саатны кечірейік. Сіз үшін бір чоқ мераклы хабарлер азырладық. Бізім жанлы эфирімізге қошылажақ олсаңыз, экранларыңызда көрген телефонлар вастасы іле бағлана білерсіңіз. Скайпымыз де бар, хатырлаттырам, atr.tv. Скайпнен де бағланмаға мүмкін. Эфиріміздің бір сыра иланларнен башламақ истередім. Бүгін сізлер үшін мераклы хабарлер азырладық. Эфирні оларнен башлайжамыз. Сонра есе бізге Қырымдан мусаферлер қошылажақ. Наталья Поклонская ось китабыны нешір еткен. Қырымны сабық баш қабатлайджысы Наталья Поклонская китап язам деп масхара олған. 8 февраль күні Москвада о преданность вере и отечеству деген китапны нешір еткен. Амма о китапта кенеде бір чоқ хаталар ве яңғышлықлар япхан. Мисал оларақ чигос еріне чикос язған. Номанчи Либиджихан ерине Нариманчиом Жихан деп язылган. Китапын бір ерінде Қырымда 25 халқ яшағаны язылган, башқа ерінде есе 125 деп язган. Китапын башында ахай олғаны язылган, амма 156 ве 204 сайфелерінде ахай бар деп язган. Тақдим әтілуде Поклонска иқрар еткеніне көре, китап язмасындан пек қорқан, амма нешрият оңа чоқ ярдым еткеніні айтқан. Мен язычы дегілім, амма насыл джинает ішлеріні ачмаға мен пек яхшы білем деп айтқан. Доғырсындан ки біз оны джинает ішлеріні ачмаға білгені яхшы білеміз. Уч йыл девамында чоқ Қырым татарлары оны Қырымны баш хабадлыжысы олғанда деврінде чоқ ватандашымыз апыске алынған еділер. Оларын сырасында Ахтем аға Чигос, Илми Умеров, Мустафа Дегерменджи ве дегерлері. Экстремизм аққында диплом ішіні язған студенті экстремизмде қабатланып, екі бычық ел апыс бергенлер. Русияде Воронеж шері сәкіні Александр Крузе экстремизм аққында диплом ішіні азырланған еді. Диплом мевзысы «Экстремизм в современных условиях. Международные аспекты. Как противодействовать?». О интернет вастасы или бир качересым тархатхан ве адамларын фикерлерін буресымлерге джеймаға талап еткен. Шу себеп или оңа қаршы джинает іші ачылған, махкеме оны қабатлы деп сайған ве екі бычық ел апыс берген. По мнению наших силовых структур и суда, вот так выглядит староскольский экстремист. Александр Крузе заканчивал один из местных вузов и при выборе темы дипломной работы решил подойти творчески. Экстремизм как современное явление. Ну, предвестием того всего было то, что я для дипломной работы результат мне нужен был. То есть я хотел не условно вот так вот там, кто и дипломный пишет, из Википедии кто-то взял, где-то кто-то скачал, а именно... такой как бы в креатив пойти и написать дипломную работу. Теперь Александру Крузе из-за своего креатива придется пойти за решетку. А именно суд постановил его виновным по двум статьям. 280 и 282. Так называемые статьи за экстремизм и разжигание межнациональной розни. Якобы Александр ВКонтакте использовал запрещенные картинки и вел переписку на соответствующие темы. Я ни к чему не призывал и вообще этим как бы не пропаганда, ничего. Они 4 репоста выбрали. И как бы экспертиза их якобы признала, что они побуждают. Опять же, там просто написано, там не указано, каким образом они побуждают. В итоге 2,5 года колонии и поселения. Александр пытался обжаловать решение суда, но пока ничего не получается. Поэтому все-таки придется присесть. Ну, сейчас они оставили без изменения. Мы будем подавать в Кассационный суд и в ЕСПЧ.
Европейский суд по правам человека. Как охарактеризовать эту ситуацию? Александр Крузе – реальный экстремист или ошибка следствия? Что же касается диплома, то придется, видимо, сдавать уже за решеткой. Элбетте, сайгылы ватандашларымыз, бойле меселелерін сейр еткенде, ақылымызға тек Федор Тютчевын, мені ақылыма шахси тек Федор Тютчевыны сөзлері келе, умом Россию не понять. Пегамберіміздің хаяты аққында китап ічун бір инсан пара іле жазаланған. Карачаева Черкесия сәкіні Зейтула Бостановге қаршы мемури дава ачылған. Обызым пегамберіміздің аққында Сафи ар-Рахман, Мубарик Фури, пегамберлер хаяты деген китап ічун махкеме іле қабатланды. Бұл китап Русияде ясақ сайла ве экстремистік китаплары жедвеліне кірсетілген. Бүгін бүтін мұсылман дүниясында бұл китап белі ве пегамберіміздің хаяты көстерген ең гүзел китапларындан бірісі деп сайла. Әбетті сайғылы ветандашлар, бойлы әдеселер Русия ислам дининен күрешкеніні ачықтан бізге көстермекте. Сурияды екі күн девамында Башар Асад президенті учақлардан Дамаскиянында ерлешкен Шарқи Гутаны бомбалай. Бомбалар түбінде 167 инсан әляқ олған. Бушерде 4 ел девамында 400 бингден зияде инсан блокада шарайтынде яшай. Сон кесе кіз ай девамында ашве илячларыны кірсетмекнің чаресі йоқ екен. Сурияде ватандашлық дженкі 2011 сенесі башланды. Бу 6 ел девамында 400 бингден зияде инсан әляқ олған. 10 миллион инсандан зияде өз евлерін бұрақмаға мечбур олған. 5 миллион инсан Сурияны ташлап, қачмақ мечбур олғанлар. Бахчисарай шерінде яшаған белі фоторесам Венера Салидинова ярдымға мұқтач. Оны ағыр әмелият япмалы. Бұ ақта оның яқынлары білдірелер. Бағланмақ үшін экранларыңызда көрген телефон іле бағланмаға мүмкін. Киеве ве РНКБ банк әсабларының пара елламақ мүмкін. Бір-бірімізге ярдым қолыны ұзатмақ керек мұ сайғылы ватандашлар? Унутмайық, бірлікте куветтір. Бүгін Ахмеджитте Фера Абдулаеваның давасы текрар бақлажақ. Белі олғаны кебі, оны махкеме хадимлерінің қануни талапларыны әда әтмесінде қабатлайлар. Махкеменің бірінші қарары көре, Фера Абдулаева қабатсыз деп танылған. Амма махкеме ижрачысы апелляцион аризасы язған. Шу себепнен даваның текрар бақылмасы кечірілежек бүгін. Махкеме отырышы бүгін саат 14 бұчықта Киевская соқағы 55 кесір 2 адресі бойынша олажақ. Түне он бір қач махкемелер олып кечкен, Мемет Люмановның апелляцион шикаеті қабул олынған. Махкемеден сон Мемет ве оның қорчалы ижесі бұ меселеге тафсылятлы малюмат берділер. Грубо были нарушены процессуальные нормы. Я сослался непосредственно на постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, который как бы рекомендует в отношении таких дел прекращать административное дело. Хотел заметить, что суд нас услышал. Дело отменили и отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
понятно, что дела политические, и исход у них, как правило, предрешен. Но, тем не менее, мы будем участвовать в этом процессе. Непосредственно какой будет исход, уже будет как бы дополнительно сообщено. ОНД Туневон Шимали Кавказ Арби Махкемесінде бізін алты ватандашымызын давасы бақылған еді. Бу себепнен Вадим Сирукның доған күні еді ве енді үшінші доған күніні о апысты кечірмекте. Оны эсасыз терроризмде қабатлайлар, оны омыр арқадашы ақайына сабырлы олмаға тілей. Я думаю, что, наверное, самым главным пожеланием сейчас все-таки действительно это будет терпение, причем именно красивое терпение. И, конечно, мы надеемся, что как можно быстрее Вадим вернется домой. Вот. Сейчас уже несколько часов проходит заседание. Суда допрашивают свидетели обвинения, причем сегодня допрашивает именно адвокат Вадима и Вадим сам. Такой вот у него невеселый третий день рождения уже в тюрьме. Вот. Мы, конечно, не рассчитываем на то, что сегодня или дальнейшее заседание суда будут, как сказать, будут на какие-то положительные результаты. Но, тем не менее, я надеюсь, что Вадим будет нормально себя чувствовать, что будет таким же бодрым, активным, терпеливым, как и был эти два, уже больше двух лет. Айтханыма көре Туневын Ростов шерінде Шимали Кавказ Арби махкемесінде Ялталы Хизбут-Тахрир давасы бақылған. Ша толған ФСБ хадиміне адвокатлар суалер қойғанлар. Сегодня закончилось очередное заседание по Ялтинской шестерке, так называемой, по делу Хизбут-Тахрир. Сегодня мы продолжили допрашивать сотрудника ФСБ, бывшего сотрудника СБУ, насколько мне известно. И он об этом сказал в заседании. Вот. Допрос его не закончен, мы продолжим его допрос в следующем уже заседании. Еще не все вопросы заданы, не все защитники задали вопросы. Вот. И единственное, что я хотел сказать, еще по этому поводу опять не были допущены слушатели, которые пришли именно в Симферополе, в гарнизонный суд в Крыму. Если есть удалить, то дополнить. Но сегодня в ходе допроса очень часто звучали со стороны свидетеля слова о том, что ответ на вопрос является государственной тайной. И он отказывается на него отвечать. То в первый день допроса это проскакивало время от времени. Сегодня вопрос. Чем неудобнее вопрос? Да, то есть практически на все вопросы сотрудник отвечал, что данные сведения ему известны из оперативных данных, которые он не может разглашать в связи с тем, что это является государственной тайной. То есть очень удобная формула, которую он практически в 90% ответов использовал. Тунеон Джанкой районында Октябрь көйінің 4 сәкініне полис хадимлері келген. Олар 27 февраль күні Қырым бірдемлігі топлашуында іштрак еткенлер. Хатырлаттырам, о топлашуға 50-ден зияде полис хадимлері сұрып келген еділер. Эпісанда олған ватандашларымызның паспорт мәліматларыны язып алған еділер. Сегодня приезжал сотрудник РУВД и как бы расспрашивал то, что мы были в Судаке, и расспрашивал, откуда мы это знаем, как мы знаем. И мы у него спросили, мы легально там ли были или нелегально. Он сказал, да, это разрешено было собрание. И мы ему пояснили то, что если все нормально, на каком основании вот эти пояснения ваши. То, что он там перечень нам перечислил,
всяких законов, которые можно нарушить, не нарушить, как бы предупредил, чтобы такие законы, ну, грани такие не переходили. Ну и остальное, получается, просил там подписаться в этих объяснительных бумагах. Ну, мы отказались подписаться, ну, как бы на этом, ну, эти плюс-минус разошлись. Ну, начало, чтобы если кому-то, даже если придут, имейте в виду, ну, телефонные номера или там подписи какие-то, желательно не делать. Бу адиселерин без Крым уку корчалайджисы Лилия Гемиджи или Музакере этмек истеймыз. Оннен телефон вастасы или багландык. Селям алейкум, Лилия ханум, эштесызым бызын? Эшитым. Селям алейкум. Алейкум селям, сабашерфыңыз хайрлы олсын. Сау. Бу күнлері бір тәжіпілі вақиялар олып кетті. Іште сізнен музакере етмек істер едік. Білгенізге көре Тунеуін Джанкой сәкінлеріне біздің дөрт ветандашларымызға мұсафирлер келген. Полис қадимлері ве олар 27 январ күні Қырым бір демлігі топлығында іштірақ еткен үшін бір кануларым, біршілер оқығанлар. Сіз бұ меселеге өзіңіздің көрішіңіздің айтың бізге? Я считаю, что людям, к которым приходят сотрудники полиции, для того, чтобы взять какие-то объяснения или взять какие-то показания по поводу их участия в заседаниях Крымской солидарности 27 января, они являются абсолютно незаконными. И каждый, кому пришли сотрудники полиции, должен четко понимать, что в первую очередь он не должен с ними общаться, он должен давать им какие-либо объяснения по этому поводу. Их визиты являются незаконными. Они не объясняют, в рамках чего они опрашивают, с какой целью они опрашивают. Более того, если им предлагают что-то подписать, нужно от этого отказываться. У нас уже направлено несколько жалоб на действия сотрудников полиции, которые 27 января незаконно удерживали участников заседания Крымской солидарности. И, возможно, такое, что как реакция на эти жалобы сотрудники полиции начнут опрашивать людей. Но в первую очередь они должны опросить именно тех, кто подал эти жалобы. И моя рекомендация к тем, кто подал эти жалобы, состоит в том, что все их ответы, они должны базироваться в рамках тех оснований, тех мотивов, которые изложены в жалобе. Никаких дополнительных сведений относительно каких-то номеров телефонов, относительно других людей, которые участвовали там, или сведений, которые интересуют сотрудников полиции, не связанных с незаконным удержанием граждан, давать не должны, они должны отказываться от этого. Никто не имеет права принудить их давать эти показания или привлекать какую-то ответственность за отказ от дачи этих показаний. И каждый должен понимать, что только лишь совместная борьба, то есть ненасильственная, мирная борьба в рамках всех законов, которые сегодня действуют на территории Крыма, только лишь грамотная борьба, она будет способствовать противодействию правовому беспределу со стороны сотрудников полиции. Лилия ханум, эркезге белі бұ күн бұ ағыр вақытта Қырым бірдемлігі, Қырымда епісі олған тентувлер олсын, башқа давалар олсын, оларын ачықлаттыра. Ве әлбетті акиметке кедереті ойс фаалиетінен. Насыл сіз түшінесіңіз 27 январ топлашуға полислер келділерінде, кім о топлашуда іштрах етті, оларға келелер евлеріне ве бөле қор қызмаға істелер, насыл сіз түшінесің?
Я думаю, действительно, это является попыткой запугивания, потому что мы видим, что подходит конец месяца, и в любом случае уже запланировано проведение очередного заседания Крымской солидарности, и представители власти пытаются предотвратить это заседание. Пытаются предотвратить вот такими способами, маскируя их под рамки закона. Я считаю, что запугивание, которое направлено на то, чтобы каждый молчал о том беспределе, который творится сегодня в Крыму, чтобы мы смирились с тем беспределом, который творится в отношении нашего народа, в отношении наших единоверцев. Но такие действия, они вызывают только лишь ответную реакцию в виде нашего несогласия и в виде того, что мы не готовы молчать, и мы готовы и дальше освещать весь правовой беспредел, который происходит сегодня в Крыму. Лиля ханум, да, бір сувалимыз бар. Туне он бар Меметов, Люманов, Мемет шикает аризасы бақылған еді, ве махкеме санки дерсін оны давай ишыны кенеде хайтарды яңыдан бақмаға. Сіз насыл түшінесіңіз, бөле бұдан әвел Фера Абдулаеваның да давасы кенеде оны қабатсыз деділер. Бөле олған вазиет санки Қырым акиметі, Қырым махкемелері біз доғыр чалышамыз, яғни канун бойынша чалышамыз деп көстірмек істелерін бөле шелерінен? Действительно, вчера было возвращено на рассмотрение суда первой инстанции дело одного из пикетчиков. Сегодня назначено в новом рассмотрении дело Феры Абдулаевой. И я не считаю, что это такая показательность со стороны власти, что мы действуем законно, что мы действуем в рамках закона, и что посмотрите, насколько у нас все хорошо и красиво. В отношении пикетчика, если бы говорить о нормах закона и о том процессе, который должен был бы происходить, то все дела, они были бы возвращены еще 18 декабря, то есть их бы не было. Настолько грубейшие процессуальные нарушения были допущены в рамках составления дел, административных дел, что ни один судья, который действует в соответствии с законом, не должен был принимать эти дела к рассмотрению. Протоколы были составлены в отсутствие лиц. Они были направлены им по почте. В протоколах содержались разночтения, настолько они были грубейшими. Были нарушены различные процессуальные сроки. Была приложена абсолютно непрофессиональная экспертиза. И эта экспертиза была притянута за уши ко многим делам. Если перечислять все эти нарушения, которые были в делах пикетчиков, то, наверное, не хватит времени вашей передачи. И я не знаю, почему сработала именно вот такая вот реакция в деле вчерашнего пикетчика. Мы уже видели на примере первых пяти феодосийских пикетчиков, когда вернулись их дела для доработки в органы полиции. И несмотря на то, что в принципе органы полиции не устранили недостатки в их делах, тем не менее суд первой инстанции вынес в отношении них решение о наложении административного взыскания в виде штрафов. И в апелляционной инстанции это решение было оставлено в силе. Относительно Феры Абдулаевой, это также абсолютно надуманное дело. И в этом деле есть очень много противоречий. Противоречий в показаниях самих приставов друг другу. Противоречий пристава, который составил протокол с свидетелями защиты. Есть очень много документальных несостыков. Но тем не менее, и сама апелляционная жалоба в отношении дела Феры Абдулаевой, она состояла из сплошного, это был сплошной копипаст статей из административного кодекса. Единственный абзац, который был составлен именно в качестве аргументов, он состоял в том, что
Да, мы согласны с решением суда первой инстанции. Возможно, там были какие-то противоречия, но они не являлись неустранимыми. То есть приставы говорят о том, что мы согласны, что в ее деле есть противоречия, но, наверное, это суд должен был устранить эти противоречия. Дело направлено на суд первой инстанции, и боюсь, к сожалению, что оно будет не будет вот тем, скажем, исключением, каким оно уже было, и решение не останется таким, как его уже вынесли в первый раз. И я все-таки надеюсь, что судья, которая рассматривала его в первый раз, она же будет рассматривать его сегодня, и она подойдет и учтет те моменты, которые, по которым отменили решение ее в первый раз. Но, тем не менее, оно, это решение останется. Мы на это надеемся, но, честно сказать, учитывая сегодняшние реальности в Крыму, в это слабо верится. Насылсыз түшінесіңіз, махкеме хадимы енді Фераға қаршы бұл апелляцион шикаетін кенеде махкемеге берді. О, өзін ачуын көстермек онен істедім, ядане. Сіз айтқаныңызға көре, бір дәлелдер Фера қабатлы олғаны йоқтыр. Не үшін о кенеде шикает езген? А вы знаете, пристав, который составил протокол об административном правонарушении, в суде первой инстанции, когда рассматривалось дело, и когда мы задавали ему вопросы, произнес одну очень значимую для меня фразу. Да, говорит, я, говорит, понимаю, говорит, что там, говорит, много, скажем так, ошибок и несоответствий и так далее. Но это, говорит, дело у меня первое. В следующий раз у меня будет все хорошо. Я думаю, вот это показательно, и в первую очередь показательно для властей, что все эти дела, они не просто составляются, они стряпаются. И стряпаются именно в таком русле, чтобы люди привлекались к ответственности, люди не ходили на суды к своим близким, люди не просто не ходили на суды к своим близким, чтобы их присутствие не наблюдалось в поле видимости. Да. Лилия ханым, да, бір сувалымыз бар. Шынды Қырымда чоқысы Қырымын сәкінлеріне ве Қырым татарларына да бір мектуплер келелер. О мектуплерде теклев присяжный заседатель олмақ жедвелі толына екен. Насыл ұшей, керек мі, керек мей мі бізім ватандашларымызға, Қырым татарларға присяжный заседатель Олмага. Большое количество таких писем пришло именно нашим соотечественникам. И многие обращаются к нам за советом, как им быть. В первую очередь люди понимают, что завтра они смогут выступать в роли судьи в деле своих единоверцев и соотечественников. И для них это недопустимо ни с точки зрения канонов ислама, ни с моральной точки зрения. Потому что очевидно для всех, что сегодня большинство дел в отношении наших соотечественников, в отношении наших единоверцев, это, скажем так, заказные дела, политически мотивированные дела. И, соответственно, люди не хотят в них участвовать, не хотят поддерживать. Свою поддержку своим соотечественникам выражают они в том, что они приходят под здание судов, показывают свое несогласие с тем беспределом, который творится в отношении них, показывают свое единство путем сборов штрафов на с путем сбора денег на штрафы, которые назначают нашим единоверцам и соотечественникам. Но как быть в том случае, если вам все-таки это письмо пришло? Игнорировать это письмо не стоит. Есть законные основания для того, чтобы не участвовать в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя. В первую очередь вы должны написать отказ, скажем, на имя администрации города, в котором вы должны прописать, почему вы не хотите быть присяжным заседателем или почему вы не можете быть присяжным заседателем. Одним из таких мотивов могут быть религиозные убеждения. Это может быть какое-то тяжелое заболевание,
которые препятствуют вам участвовать. Это может быть наличие малолетних детей, которые исключают возможность постоянного участия в судебном заседании. Написав это письмо и отправив его по адресу, который, как правило, указывается в первоначальном письме, которое приходит человеку, вы исключаете себя таким образом из списка присяжных заседателей. Есть еще второй этап, когда уже эти списки сформированы. Здесь немножко действует другая процедура, но они в принципе похожи. Очень важный момент в том, чтобы выявить свое несогласие участвовать в судебном заседании в качестве присяжного заседателя до того, как вас пригласят в судебное заседание и до того, как вы дадите клятву. И до этого момента вы можете отказываться. Здесь нет никакой ответственности за ваш отказ от участия в судебном заседании в качестве присяжных заседателей. И человек должен изъявлять свою волю посредством направления соответствующих заявлений. Чох савалан, Лиля ханум, тавсилятлы джеопларыңызын бердіңіз. Ишанамыз ки, бізін витандашларымыздың джеопларыңызын ешітіп, ось ішлерін доғыр низамына қоярлар, ве айтарық махкемелерде ось ватандашларымызға қаршы махкум етмеге өзлерін сақларлар. Чох савалан, Лиля ханум. Күнлеріңіз айдын ве гүзел олсын. Чоқ сау олыңыз. Күне бұн Исмаил Рамазановның апелляцион шикаеті бақылған. О экстремистік тікліфлеріні Зелла интернет радиосында тарқатқанында қабатлана. 23 мартқа қадар о апеске алына жақ. Махкеме ось қарарыны деңіштірмеді. Бе біз кенеде көреміз насыл бізің ватандашларымызға қаршы канулар чалыша. Бе біз Исмаилның бабасынен Сейт Неби ағанен скайп вастасы или бағлана білерміз. Скайп вастасы түзілді ма? Режиссерымыз айта скайп бар екен. Сейт Неби аға, селям алейкум, еште сізім бізім? Алейкум селям. Саба шерфіңіз қайырлы олсын. Алла разы олсын сізге де. Әбетті біріншіден біз сізің еміңізде тенту болып кетті. Доғырсындан біз ағнаймыз насыл ағыр о Хоранта айлеге. Видеоларда көрдік насыл әвін қарма қаршық япып кеткен, полис қадемлері, ФСБ қадемлері әвіңіздің қарма қаршық япқаны көрдік. Шымды сізің оғылыңыздың экстремистік тәкліфлеріні тарқатқан екен деп қабатлайлар. Сіз бұл меселеге не дерсіз? Бұл меселе телефоннан кеттілер канал Зелла деген канал неткенлер еміш. О доғырысында бұлар оғылым қабатылшы Зелла несіні доғырысында қабатылер. Шы экстремизм, национальный розын дейм. Шай дейлер. Ясет Неби аға, біз ешіткен едік әвден алып, физоға алып барған жек, ФСБ қадемлері құвет қолланғанлар сіздің оғылыңызға. Оле ши бар едім? Сіз махкемеде олған едіңіз, яғни синяклар бішілер беден үстіне көрілген едім? О, бұндан евден әткенде оның тегаранчық нәттілер, оның қапын, тезде қапатын нәттілер оның көрмеді. Ама неде, махкемеде оза айтты оғылым.
сильно избили, жалобы я адвоката медперсонажин талеп етті, ну, суд отказ етті оға. Кемеді нелеп медперсонаж. А шынды мына түнеуінгі махкемеде яқынжа көрдім оғлымы, кайфеті яқшы. Өзін яқшы құсеті. Иншалла гүзел, гүзел. Мен қуандым түнеуінгі неде көріп. Сетнебе аға, ФСБ хадимлері оларға чалышмақ теклиф еттілерім олыңызға аяда сізге. Чүнке соңке вақытлары біз чоқ көреміз, насыл олар біздің ватандашларымызға олар үшін чалышмақ теклиф еттілер. Ве маначы қайталар, егер де сіз бізнен сотрудничество япсаңыз, біз сіздің әв қапысыны аларық, яда досрочно жіберерік, оле текліфлер сіздің тарафыңызға олардан олды ма? Но біздің тарафтан тауынған ең, ама лекін оле шилер олды. Абы Ренат Парламов деген оларын ештік, ама бізге та оле нелерін құлланғанлары ең. Менің шақси чүшінгеніме көре, біз көреміз, нағадар чоқ олар Қырымда жинайет ішлері ашытылар, терроризм олсын, экстремизм олсын, пара талап давалары ашылды. Ве көреміз, о ішлер, насыл айталары, бия зиплен тікілген ішлер. Чүнке бір, бұ даваларда делілер йоқтыр, ақылға ятқан делілер. Әнде, әлбетті ке мен шақси түшінем, белке олар боле анда-мында ватандашларымызға ішлер ачып, жинайет ішлері оларын өз қабатын өзіне алса, имзаларын қойса, оле көрнеджек санки олар епісі давалары, епісі жинайет ішлері Қырымда олып кешкені, оларда да делел бар. Ве шынды бұтын дүнияға олар көрінелер насыл делелсіз, хабатсыз инсанларын хабатлап, ана кімерсі енді түрмелерде отыралар, кімерсілері да сизоларда отыралар. Ве бұтын дүния көре, бо Қырым татарларға қаршы зүлімдір. Ве әлбетті бір-екі біздің ватандашларымыздың тапып, олар өз адына, өз хабатлыны танысалар, әлбетті олар өзін ақылаттыра жақлар. Сіз насыл түшінесіз, оле ма? Бұл бек доғару айтқан лақыңыз, бұлар насы япып, оның чәресін тапалмайлар. Бұл білесім насы, как хороший резистер клоунада. Мен шай деп белеймін бұлардың япқан ішілер. Я Сетнебе аға, сіз оғлыңыздың көтлікілеген үшін шикайет яздыңызым адвокатлар әлі? Йоқ, мен шикайет язмадым, ама судында, бірінші судында, екінші февраль күні олған судында адвокат шикайет етті. Оғлым өзде тұрып шикайет етті судға. Адвокат нелерін медперсонажын талап етті. Ама лекін бұл махкеме соңына чек медперсонаж кемеді. Исмаилын 23 мартқа же аписте қалдырдылар. Сіз насыл түшінесіңіз, о сайлаулардан бағлы ма? Чүнке 18 март күні Қырымда президент сайлаулары олып кечеджек, ве оны давасы одан сон бақыладжақ. О, сіз айтқаныңыз, 23 март күні бірінші махкемеде айтқан едіңдер. Түнеуінгі апелляционный судта
18 мартқа қалдырдылар. Мына бұдан өзіңіз қолас шығарыңыз. Ем выбор емеш, ем бұлар 18 мартқа доғырлап. Демек, сайлау күнінде сіздің оғылыңыздың махкемесі олажақ, ойлай ма? Ана, олар шай түнеуінгі неде, шай 18 мартқа қалдырдылар. Сетнеби аға, ясыз джематың ярдымын, джематың хасеветін өзіңіз үшін дуясызым, ве сіздің хорантаңыз оғылыңыз үшін? Мен бүйіктен бүйік тешеккір білдіргім келе. Бүтін Қырым джематыны, мына өзіміздің активист, мына көйіміздегі апайлар осын, айнықса апай айерлеріміз, ер жұма күні топланшып келелер. 10-15 тәне болып келелер еміне. Ясын Шеріф, Құран қырқламалар өздері бағышылай епсіп бұтым мүлетім несіне дұва япалар еміне келіп. Сау осынлар. Мен бек разыман, Алла разы болсын. Алла жүмлелерге саулық берсін. Я махкемелерге адамлар келелерім, келіп қол тұтқан дестек көстерген инсанларын саясы чоқлашам, я да азлаша? Мана өткен апелляцион махкемеде аслы джемат бек чок эдилер. Мына Бах сарайдан келдилер, Журавлев, Журавкиден келдилер, Эс Кырымдан келдилер. Сау осынлар. Түнеңгі неде де чок эдилер апелляционный сутта да. Эркез түнеңін ем сутка да насы дейм, добрый душа олдыларым, бүтін андағы олғанларын залға кіргіздилер. Апелляционный оғылын берген апелляционный сұтқа. Түнеуін, сіз ке бі скайп вастасы елі біз Қырым-Татар милли әрекетшісінен Зодия ханым Салиеванен лафеткен едік. О да айтханна көре бұ сияси даваларын махкемесіне чоқтан-чоқ инсанлар келе, ве әнде бұ қатынаған анда инсанлар бір-біріне өледі, яқын олғанлар, айта ке мұсафырлікке біле бір-біріне енде қатына башлағанлар. Демек, көреміз бетті бір тарафтан бұ әділіңіклі вақиялар кече, бетті хоранталар оғылсыз, ақайсыз қала, балар бабасыз қала, бетті, ама саясызымсыз бұ Алладан бізге бір сынав, ве бұ сынав еле ақылыңызға чүшірейік, бұ сон кейлары Қырымда иқтисади тарафтан әркезін вазеті бір жорық олып башлады. Қырымға азат олдық, евлеріміз құрылды, ве джемат санки дерсін әркез өз-өзін же яша башлады. Ве бұ Русия Қырымын ижғал еткен сон, ве Қырымда бөле репрессиялар башлаған сон, тентувлер, махкемелер. Біздің халқымыз кенеде 90-жы сенелері кебі бірлешіп, бір-біріне дестек көстермеге, қол ұзатмаға бақыңыз. Әнде анау балабан пара жазалары чоқ көрдіміз. Бірінде Қырым марафонда 800 бин рубле топланған еді. Шынды әнде 2 миллиондан зияде пара топланды бұ пикетлерде бір кеші наразылықларда іштірақ еткен инсанларын пара жазаларын бермек. Ве махкемелерге инсанлар қатынайлар. Көресізімсіз бұ мұнасибет или бұ ағырлық или Алла Тааля біздің халқымыздың бірлештірді ве бір-бірімізді севмек огретті. Иншалла бұ бік балабан, насы деп айтайым,
бірлештерге, не то, что бірлештерді, бір емірық япа, бір емірық тайын жематымызың. Сағы осынлар, мұна ербірне де көремен мұна бұнелерді, махкемелерді, не айтмас дейм, мұна бұ Ростовтағы олған ветандашларымызың мұна түнеуінгі олған махкемесіне скайф асталы махкемеде бұ имансызлар қоранта апайларын қоймадылар. Бұның нас аңламақ мүмкін бұның бұй апқан үшлерін. Әлбетті көргенімізге мен шақси чүшіншім, әлбетті олар бір зүлім кебі оларын фаалиеті. Ән қаздан, чүнкі оларын аққы бар еді өз ақайларын о махкемеде Ахмеджиттен анда отырған көрмеге, амма олар әселет қиянетлік япып, озын ачуын бізін халқымызға көстермек істейдірлер. Мені оле шақси фікірім. Ве соңы суалым, Сетнебе аға, бізін халқымызға эфирден не тілер едіңіз? Бізін халқымызға Алла сабыр, күч қуат, ер дайым мұнабіле бірлік олып, бір-бірімізін қол тұтып, сіз айтқан күбі көрішіп, танышым, о, белі, бізін мүллет бет сымасынан белі, мұна, чоқ Симферополлерге бараман, баштағындайын, абыз сіз айтқан күбі 90-жы иллардайын, сорашмаса да қол көтеріп те, машалла деймен, сағы осынлар. Аллах разы осын. Жоқ, сау олың, Сетнебе аға, бізнен скайп вастасыйлы бағыланғаныңыз үшін. Аллах сізге чоқтан-чоқ сабыр ве иманын тілейік, жан үректен. Жүмлеттің, бар аға. Бірлікте құветтір. Эфирімізін девам етеміз. Ишгалджилерінің ишбірлік еткен ве Русия президенті Владимир Путинге қол тұтмаға чағырған Ескендер Билялов сатқын дегілім дей. Бұны бүгін яйнында телефон ашып айтты. Студияда Мусафиры Меджлис рейсінің муавина ақтемаға чигозыды. О Билаловға бірден жевап берді. Сәлем алейкум, бұл Ескендер Билялов. Мен Ақтемге айтмаға істейін. Мен бір вақытқа шықақ болмадым. Ол кемді де таңында олер тұры болсам, Аллах қысмесен сенінен де көрсіп, бір-бірімізге көзімізге бақарық. Мен сен көзіне бақып не апайым? Сен білесі оны. Олер мені қашқақ деме. Мен бір вақыт қорқақ болмадым, и болмайды. Сен өзің геройлығың маға көрсетме, сен анда милетке көрсет. Оппаланып та үрме. Сен маға айтқаныңның не файда? Сен бір ауы милетіңе чевірді, Путинге айтқан сөзлерің бірден қатырла. Сен мені дегел, сен мені сата білерсін. Достылық сенде бір заман ең еді, сен достылығын аңнамайсың. Сен милетің саттың. Бала чағаңда кележегі енді белі. Ана тілі күніне бағышланған лев қаларыны көстермеге девам етеміз. Бүгін Новоалексеевка ве Херсонда бала бақчасындан қырым татар тілі насыл огренгелеріні көстереджеміз. Бойлы қырым татар группасы ән кичік балалар үчін Новоалексеевканың Иванушки бала бақчасында чалыша. О кечкен сені ачылды. Тавсил атлыжа мухберымыз тариф эте. Уданы адасында аджайып лавачи бар. Если сайи барадай, тебе сунай баяшияй. Шымдайки яшлы айлен хрымтатарджа шиир айта. Ама ярым елі велсі отіліні яқшы білмейді. Айлінің анасы қызы бала бақчасында ана тіліні огренгеніне қуана.
я русская, отец мусульманин, решили ребенка отвезти вот в татарскую группу для того, чтобы ребенок хоть знал азы какие-то, культуру. Ну и успехи есть. На праздник, вот на Новый год мы выучили стихотворение, слава богу, по 10 раз в день мы его рассказываем. На татарском уже она говорит: здрасте, до свидания, спасибо, то есть после еды. Ну вот так вот потихоньку счет знает, как бы цвета некоторые. Как бы я рада, что хотя бы так ребенок культуру может узнать родного народа. Бала бахчасының мудира айтаки, эки елде вамында бахчада крым-татар тілі факультатив шекілде берілейді. Ама группада чешит яшта 30-дан зиеде бала барыды. Кечкен сене 23 мектеп яшына келген балаларының ана бабасы балаларына крым-татар тіліні огретмек истегенлеріні білдіріп, ариза берділер. Бу себептен бала бахчада фиданлар адлы крым-татар группасы ачылды. Сначала воспитатели приходили ко мне: ой, как нам трудно, вы знаете, что они не понимают ничего по-крымско-татарски. А я им говорила: все равно говорите, но включайте там и русские слова. Вы сказали по-крымско-татарски и сделайте тут же перевод, чтобы ребенок понял, о чем идет речь. Зераханум бахчада тербиевджи ве хрым татар тілі оджасыдыр. Ахмешчите хрым девлет мухиндислик ве педагогика университетінде тасил алды. Буданда гайры о ана тіліні білгені үчін ос хартанасына минидар олғанны айта. Зера ханым өз білгілеріні мүмкін олғаны қадар қолланмаға тырыша. Произносят простые слова, там называют членов семей своих, различают цвета, называют животных. Постепенно мы их учим. Все начинается с малого. Я надеюсь, что скоро они начнут свободно разговаривать на своем родном языке. Бахчада балаларының ярысы хрым-татарыдыр. Крым-татар тілінде ихтияжы олғаны себебінден кележек сене дабер факультатив ачылмасы планлаштырыла. Риана Алиева, Евгений Кучеров, Заман АТР. Әлбетті, сайғылы ватандашларымыз, көргеніңіз кебе крым-татар тіліні огренмек пек мұйымдыр әпімізге. Әлбетті, крым-татар тіліні огренмек Евден башланмақ керек, ве эпсы бахан бізін телесержелерімізге теклиф етем ки, ерін меніз ағыр олса да тұрышмақ керекміз, өз балларымызнен, өз ана бабаларымызнен евлерімізді өзіміздің туған қырым татар тілінде лафетмеге. Әлбетті, лафетсек біз тіліміздің хорчала білерміз. Егер де біз боға диққат етмесек, рус яда башка тілінде бутын вақыт евде лафетсек, балларымызын огретмесек, әлбетте языклар онсылын ки біз тілімізін жоя білерміз. Алла әлбетте одан біздің епіміздің сақласын, ве бізде өз ярдымы бұ телеканалда қырым татар тілі іле лафетіп, қырым татар тілін сақламақ үшін қол тұтамыз. Әлбетті, бізге берілген бұл студияны вақыты соңына келе ята, программамызың екінлемек керекміз, сайғылы ветандашларымыз. Ишанам, бүгін Аллах тәлі бізге, епімізге ең гүзел күнлер берер, тек гүзел айдың хабарлер құлақларымыз ешітсін, көзлеріміз көрсін, ве халқымыз бұл ағыр вазетте қалып, Аллах, Аллаха иман или Аллаха дуа или кечермекте ярдымчы болсын. Бүгін иш аптасын ортасы төпесіне чықтық. Енді иншалла ярындан башлап байырдан түшеджеміз ве тезден біздің кенеде ратлық күнлері бекілейік. Сағлық нен қалыңыз.